Автомобиль «Урал» с 9 пассажирами затонул в горной реке в Уймяконском районе Якутии. Восьмерым пассажирам удалось спасти, но один человек пропал без вести. Предположительно, его унесло течением. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Саха. Известно, что машина направлялась в Магадан. Другие подробности пока не сообщаются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.